Да, Дилан? Откуда берутся дети? Что? Я нарисую. Нет, не надо. Вот как их делают. Нет, не показывай. 9 разных пар. У меня овуляция. Займемся сексом? Я только что удовлетворил себя в туалете. Что? 9 разных отношений. Я хочу заняться этим. Говоришь, как маленький. Я передумал. Если ты поможешь мне, я с тобой пересплю. У нас будет секс? Я не хочу заниматься сексом. Почему? А результат один. Как такой маленький ребенок может быть такой большой проблемой? Но пока они развлекаются. Что это? Ты никогда не снимал свой секс? Один раз было, но еще в школе. Я не уверен, что у меня получится. Извини. Поверь мне, все будет хорошо. Я не смогу выносить ребенка, у меня узкие бедра. Уговорил. Давай займемся этим. Сейчас, только главу дочитаю. Я не чувствую себя сексуальной. Ты сексуальная. Ты так говоришь, потому что у нас еще ничего не было. Выпей что-то? Не отказалась бы от пива. Обычно свидания вслепую проходят ужасно. Ничего. Мы еще успеем все испортить. Когда? Сегодня. Пожалуйста, не могли бы вы поменять бургеры на салат «Цезарь»? Возбуждающе. Доброе утро. Сейчас, сейчас. Может, двумя руками? Хорошо, думаю, я смогу удержать камеру. Непредсказуемо. Неумолимо. Ух ты. Невероятно. Незабываемо. Если ты разбудишь ребенка, ты покойник. Ты станешь отличной мамой. Спасибо. Давай сделаем ребенка. Делать детей — это трудно. Это самая глупая история, которую я слышал.